грає боротьби з міжнародним тероризмом в Сирії і завжди готова дати відпор всім, хто посягне на нашу безпечність. Мі-28 ТНТ, вертольоти Росії, холдинг вертольоти Росії. И, конечно же, ПАО «Роствертол», вертолеты из Ростова. Очень хорошая модификация сегодня начала поставляться в войска для обучения. Это Ми-28УБ с двойным управлением. Машины предназначены для подготовки летного состава одновременно с расширенными возможностями и боевыми качествами, поставляются в военно-воздушные силы Министерства обороны Российской Федерации. Вертолет Ми-28НТ.